Бронзовый призер России по вольной борьбе, Ахмед Джелетежев сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии. 19-летний спортсмен в составе группы туристов поднялся на гору Бука-Баши на высоту 2500 метров. Член сборной Санкт-Петербурга не удержал равновесие и сорвался вниз. Туристы взяли с собой телефоны, поэтому смогли вызвать помощь. Остальных участников восхождения сотрудники МЧС эвакуировали с горы в ближайший поселок. Спасатели обнаружили тело погибшего и доставили в поселок Эльбрус. Сообщается, что двум другим туристам, группа не была зарегистрирована, помогли спуститься с горы. Угрозы их жизни нет. Ахмед Джелетежев приехал в Кабардино-Балкарию на учебно-тренировочные сборы и в свободное время с товарищами решил подняться в горы. Информацию о гибели спортсмена подтвердили в Федерации спортивной борьбы Петербурга, а также выразили соболезнования близким и семье Ахмеда Джелетежева. Джелетежев трагически погиб, сорвавшись с горы. Несчастный случай произошел в Приэльбрусе, где юниорская сборная России по вольной борьбе проводит учебно-тренировочный сбор, говорится в сообщении.